Доброе утро. На дворе 2 сентября. На данный момент у меня 11 часов утра, я проснулась. 12:30 у меня киноха. Я решила этот день провести с вами, хоть он не будет такой супер-пупер какой-то классный, но почему нет? Сейчас буду потихоньку собираться, кушать, там все вот эти дела делать и выдвигаться. Ну что, ребят, я уже вышла, потихоньку иду. Короче, когда еду, обязательно вам расскажу, вот, в принципе, логично. Я, на самом деле, очень хотела на после, поэтому как только появились билеты, купила одна из самых первых мест. Но, честно сказать, я посмотрела, там на данный момент зал не сильно наполнен. Но это не удивительно, все-таки 2 сентября, я думаю, многие на учебе. Все, теперь идем в кино. Я доехала, сейчас иду по подземке. Осталось 10 минут. Я не знаю, я, в принципе, все рассчитала, но посмотрим, насколько хорошо. Я еще не ошибалась в своих расчетах, поэтому так. Я уже все подошла, заказываю в Маке. Сейчас жду, когда выдадут чек, и все. И можно будет все, вышел мне мой чек. Дай бог, чтобы уже начали готовить, потому что, по-моему, кто-то опаздывает. Звучит странно, но пусть будет так. Когда мистер... Будь осторожен в своих желаниях, Паркер. Привет, Питер. Короче, фильм закончился. Очень интересно. Тут я всегда выхожу на титрах. В принципе, по-моему, так делают многие. Что хочу сказать? Сказали, что продолжение следует. Продолжение следует, поэтому ждем четвертую часть. Боже, у меня такая разбитая губа, если честно. Я сейчас смотрю, такая думаю, господи, какой кошмар. А в планах пройтись, наверное, по магазинам, посмотреть, что тут я могу посмотреть. Просто, знаете, отдохнуть. Просто чуть-чуть отдохнуть. И все. Пока такие планы. Я довольна сегодняшним днем, мне понравилось. Жду уже четвертую часть, но четвертую часть, я думаю, мы уже будем смотреть с мужем. Решила зайти в магазин. Смотрю, тут такие там бюстгальтеры, штаны. Вы знаете, я просто любитель всякой одежды, поэтому буду смотреть. Может, что-то интересное найду. На самом деле много всего есть. Самое главное, что, в принципе, сейчас многие на учебе, это так легко, то, что магазин почти пустой. Это радует. Без обид студенты и школьники. Вот, любитель всяких тапок. У меня дома есть тапочки, кстати, классные. Разные, вон, большой выбор, короче. И знаете, я хочу посмотреть сейчас, на данный момент, ювелирный магазин. Хочу посмотреть, что там есть. Но там я снимать не буду, потому что... Это отлично. Еще какие-то штаны, смотрю, брюки, джинсы, все, что только это может в голову прийти. Не знаю, как-то... Как-то ничего найти пока такого нормального не смогу. Что прям зацепит и все. Уж очень часто мы с мамой покупаем Илюше всякие разные игрушки. И я бы хотела, ну, я бы хотела сейчас сравнить цены с тем, где мы с мамой всегда покупаем, и там, где сейчас. Я сейчас в детском мире, ну, другими словами, дочки-сыночки. И вот мне очень максимально интересно, насколько большая разница. Еще у меня сумка очень тяжелая, что-то я ее так загрузила. И что-то у меня как будто я как-то криво снимаю. Ой, это мой детский рай. Дэн-дэн, куколки. Капец. Обожала раньше. Сейчас, в принципе, тоже. Детки — это радость. Детки — это чудо. Кстати, пару слов по поводу после. Что-то я даже ничего не сказала. Мне все понравилось.
Но есть определенные минусы, например, поведение Хардина. Я не хочу говорить ничего такого, как бы какие-то спойлеры. Но все же, если вот так вкратце, то я считаю, что если вы смотрели предыдущие части, то идти стоит. С одной стороны, у меня пакет, с этой стороны, у меня сумка. Гениально. Вот так что вот, стоит идти, если вы смотрели предыдущие части. Если же, ну, вам они понравились, то можете сходить. Я довольна. Я реально, я довольна. Я хочу пойти потом еще на четвертую часть. В этом есть какие-то определенные моменты. Вот, ну, у Хардина очень странное поведение, и я потихоньку стала понимать, в чем проблема. До этого я просто не понимала. Сейчас кажется, вот типа с каждой частью они раскрывают его все больше и больше. Поэтому, ну, кто реально внимательно смотрит, тот заметит. Короче говоря, ну, я бы поставила, наверное, 9 из 10. Однёрочку забрала, потому что Хардин меня в некоторых моментах так бесил. Ну, реально. А так классно. И страсть, и драки, и алкоголь, и, короче, все, что только можно. Короче, как обычно. Ну, мне понравилось. Поэтому стоит. Я сначала такая думаю, где ювелирка? Ну, вспомнила, что она на первом этаже, и стала ее искать. Но нашла. Сейчас сначала зайду в Литуаль, посмотрю всякие масочки, штучки-дрючки. А потом уже можно будет пройти спокойно в ювелирку. Ну вот и все. Я посмотрела, что я хотела. В принципе, не так много всего нашла. Дома уже ознакомлюсь более подробно с разными штучками, которые мне понравились. Ну, короче говоря, если что, буду делать предзаказ, потому что не все есть. Ой, боже. Честно, теперь как-то грустновато. Я сходила на фильм, хотя я так хотела сходить, и я сходила, и я довольна в этом плане. Но я так что-то расстроилась, то, что уже все закончилось. Не знаю, я очень сильно грущу, потому что, ну, у меня в городе что-то никого не осталось, мне что-то грустно. Не знаю, как-то печально. Ну все, ребят, я дома, я пока не знаю, чем я сейчас буду заниматься, честно говорю. Поэтому, не знаю, заканчивать влог или нет. В любом случае, думаю, пока его не стоит заканчивать. Может быть, что-то интересное еще произойдет. Все в этой жизни возможно. Короче, будет видно. Я очень вас всех люблю. Я сейчас пойду переоденусь и буду отдыхать. Ну да, я же очень сильно устала.